Особое внимание уделяют крупным хозяйствам. В условиях большого скопления скота болезни распространяются намного быстрее. За буренками нужен особый уход. Ежегодно весной и осенью у каждой особи специалисты ветеринарной службы берут анализ крови. Материал отправляют в лабораторию Новороссийска, где проводят необходимые исследования. Проверяют наличие таких заболеваний, как лейкоз, туберкулез, сибирская язва, ящеры и другие. Мы проводим два раза в год профилактические мероприятия. В начале вот весенней обработки проводится где-то в начале или в середине апреля. Значит, первый раз мы делаем вакцинацию всего поголовья 6-месячного возраста против нодулярного дерматита. Потом через 14 дней мы исследуем все поголовье, начиная с 2-месячного возраста, на туберкулез. Внутрикожная инъекция на туберкулез. Через 72 часа мы проводим читку реакции на туберкулез и тут же сразу же берем кровь. Кровь берем мы для исследования на бруцеллез. И две пробирки мы берем, два мановета мы берем для исследования на гематологию и на РИТ. Это на лейкоз. После взятия крови мы сразу же исследуем, это делаем прививку на против сибирской язвы и через 14 дней делается прививка против ящер. Осенью ставится ревакцинация и берут повторно кровь на анализ. По словам ветеринарных врачей, за текущий год не было обнаружено ни одного случая заболевания опасной инфекцией. Следующий забор крови и вакцинация пройдет уже весной. Специалисты надеются, что обстановку спокойной удастся сохранить и в следующем году.